Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаю проходить приключения Капитана Блада. У меня 33-й по счету эпизод, и получается, Питер Блад пробрался в каналы Картахены. Окей, я даже не буду спрашивать, что он тут потерял. Да, это как раз то место, на котором... Мы в прошлый раз закончили, и тут нас сразу же горячо встречают. Офицер, палач и... Не помню, как этот чувак третий называется. Он, по-моему, там вооружен. Бомба одна есть, Давай ты полетаешь, приятель. Рапиром, по-моему, вооружен. Меня интересует твой пистолет. Ага. Не получилось. Почему? Ну и ладно. Остался только ты. Блин, он очень живуч. Я ему прям вообще урона не наношу, смотри. Только этот удар что-то ему наносит. А если я раскручусь? Ну, урон есть, но опять-таки мало. Пистолет тоже там вообще писечку вносит. Ему почти пофиг на это. Ну-ка, иди сюда. Давай мне все свои деньги. Прежде всего, все свои дублоны. Серебряные, золотые. Отлично. Блин, а чем мы тут забыли, кстати говоря, в этих каналах-то? Неужто испанцы хранят все свое золото в каналах под землей? Идея, конечно, интересная, но, наверное, все-таки нет. Сюда нам не пройти. Нет, если чего игры какой-то, знаете, подсказки, в чем ваша цель, вы просто движетесь, ну, идете туда, куда можно идти. Я думал, это бочка для вина, кстати. Но нет, там обычная вода. Паутинка, все заросшее. Бордюрчики сломаны. И мы спускаемся куда-то прям вниз, да? Крыски бегают. Огроменные просто. Огроменные портовые крысы. Так. Наверное, тут будет босс. Аллигатор? Оу. На страже испанского сокровища стоит аллигатор. Нахренеть он здоровый, слушай. Блин, вот уж чего-чего, аллигатора я, конечно, не ожидал тут встретить. Ну ладно. Ух, этот звонкий звук монет, который сыпется тебе в карман. Сколько там? 9300. Окей. Я могу улучшить удары. XY улучшен. Метание меча также улучшено. Хотя это не совсем меч у него, это что-то более серьезное. Тоже лучше, но слушайте, да я почти все на самом деле улучшил. YYX. Я вот это, по-моему, ни разу не использовал. YX. Надо запомнить и использовать. Ну и заодно улучшим. Вдруг это крутая способность, да? Угу. Казни у нас есть, улучшение. Здоровье можно подправить, и можно побольше бомб сделать. Но здоровье у нас все равно всегда на минимуме. Какой там смысл, правда? А, ну, денег мне больше на что не хватает. Окей, давайте продолжим. 2700 осталось. Надеюсь, деньги не пропадают. Я только что видел кое-что страшное. Оу. Серьезно? Бля, это будет сложно.
А на них-то это действует, не? Да, на них-то тоже действует. Но они мушкетеры, они... Идите нафиг, короче. Еще два мушкетера. Блин, попался. Вы там стойте, стойте. Сейчас поднимется эта штучка, и будет вам неприятно. Мушкет. Знаешь что? Не подходи даже. Блин, попался. Ловушки, значит, да? Угу. Блин, еще и эти сильные твари, да? Что-то прям хардкору начали тут все закидывать. Двуручный меч. Вооружиться можно. Давай сюда. Окей. Ребят, вам, кажется, не повезло. Кстати говоря, хотел проверить способность YX. Сейчас будем проверять. Ну, когда будут обычные противники. И когда у нас кончится двуручный меч. Главное не забыть. Окей. Успел? Успел. Отлично, готово. Не дают они, к сожалению. А, хилку. О, ребята, вообще зря нарвались, конечно. У меня двуручный меч, и вам просто нечего ловить. Угу, все, кончился. YX. Вот такой у нас еще прием, кстати говоря. Он тоже синенький. Я его ни разу не использовал. За всю игру хочу заметить. Так, можно сходить туда. Ну, нам, похоже, сюда надо будет идти. Кстати, классная локация. Впервые за всю игру здесь какие-то рычаги, какие-то механизмы, какие-то ловушки. То есть раньше такого не было. Могли бы дать хил по-хорошему. Ага, я понял. Поставим сюда. Встаем сюда. И все равно поджариваемся. Блин, я тут сдохну сейчас там. Отсюда начинаем, да? Неприятно. А там как-то сдох. Так, два раза ты включаешься. Этот один раз. Эх, я все равно как-то попался. Ну, ты на ловушке стоишь, мушкетер. Так, это включается один раз. Так, дай ко мне бочку. Опять мимо, да что такое? Я тебя понял. Да хорош. Я могу так опять умереть, на самом деле. Не умею преодолевать эти ловушки. Берем двуручный меч. Оу. Оу. Ну, я вроде бы нажимал, но, видимо, не успел. А где двуручный меч-то? Вот он валяется.
Нужно добивать одного. Ау. И я нажал на эту клавишу на самом деле. Ну, да ладно, давай еще раз. Y, B. А. Хилку, кстати, дали в этот раз. Что довольно круто. На самом деле крутая способность. Странно то, что я не использовал ее раньше. А вносит реально много урона. Б. А. Сейчас бомберы набегут, я помню. Хватаем меч. Давай, заходи. Всех встреч с распростертыми объятиями. Двуручным мечом. Блин, они сами себя взрывают, по-моему, да? Ну да. Все? Угу. И меч, кстати, у меня остался. Так, вот здесь я в прошлый раз как-то протупил. С этим понятно. Первый, второй, третий проходим. Здесь типа тоже понятно, центральная, да? Да, одновременно эти работают, потом центральная работает. Поставим сюда, ждем центральную. Проходим. Окей. Дальше мне надо типа к стеночке вот здесь прижаться. Тут я не получаю урона. Окей. Работают опять-таки сначала эти две, потом центральная, да? Нет, центральная вообще не работает. Только эти две работают. Окей, давай с сейфо пробегаем в центр. Ждем. Не хочу рисковать, потому что опять придется начинать прям с самого края. Ну, с самого начала карты, я хотел сказать. И... попав один раз под огонь, может попасть сразу же под второй, под третий, и ты так вот останешься. Так, давай быстрее. Окей. Этот кризис мы вроде бы как решили. О, офицеры, привет! Эх, не вовремя у меня кончилось. Ребята, у меня есть новый читерский прием. Надо было пистолета не забирать. Ну хотя ладно. Слушай, приятель, как тебе такое вот? Офицер, ну это, конечно же, пофиг. У меня нет пистолета. У меня есть пистолет, он не заряжен. Дай-ка мне свой пистолетик. Он мне тоже пригодится. Даже два. Like a gangster. Ребята, у меня для вас есть бомба, кстати говоря. Что? Что? А, он хотел... Камикадзе, короче. Он хотел взорваться вместе со мной. Так, погоди. Великолепно. Да, я просто шмаляюсь с пистолетов. Чего прям уж так. Кстати, множитель довольно быстро сбивается. Так, я понял. Какие они все-таки жучи, это просто жесть. Ай-яй-яй. И опасные, кстати говоря.
пистолет лежит. Можно подобрать. Ну-ка, иди сюда. Набью из тебя монет. Целую кучу. Кстати говоря, я, знаете, я хочу посмотреть, как на этих ребятах будет анимация. Так, все, кончился пистолет, у меня еще есть свой. И я тебя могу добивать. Вот это вот анимация ярости. Ну, походу, она всегда примерно одинаковая. То, что Питер Блад роняет своего противника на землю и начинает его агрессивно избивать. Окей, окей. Музыка такая прям воинствующая идет. Сохранение. Хорошо, спасибо. Чекпоинт. Мушкетер. Да погоди ты, не сбивай меня. Заберу-ка я у него мушкет. Порастреливаю рапирщиков. Лежать, не вставать. О, что сейчас будет? Блин, он ушел, да? Ну ладно. Слушай, не выпендривайся, ладно? Я тоже могу орудовать мушкетом. А еще умею ящики бросать. Причем очень-очень эффективно. Я одного убил, да? Окей. Мне, в принципе, ярость нужна. Я просто думал, может, анимация все-таки есть вторая. Но нет, она всегда одна. Окей. Два пути. Либо туда идти, либо сюда. За дверь. Так. Открой сундук, пожалуйста. Наверняка хилка будет, бомбы и все, что нам нравится. И за воротами еще один сундук. Ей, много золота. Так. Интересно, какая будет реакция испанцев на то, что к ним идет Питер Блад с ящиком, который он не может кинуть, кстати говоря, из-за того, что обстреливают по-дикому. Слушай, я же тоже могу что-нибудь кинуть в тебя, слышь? Будто меня тут обстреливать. Офигенно, кинул бочку, кстати говоря. Он теперь на ней танцует, издеваясь надо мной, да? Короче. Какой же ты мерзкий, а? Все, доигрался. Давай сюда свои пистолеты. Теперь я буду развлекаться над твоими товарищами. Блин, этот генста стайл, конечно. Прям ух. Господа, ловите бомбу прежде всего. Все живучие. Расстреливаем пистолет и идем, короче, в разнос. Сплошной мордобой на самом деле. Вот этот живучий, блин, ему нельзя даже давать вставать. Лежи просто и все. О, ошибочка.
все можно схватить. Готов, красавчик. Нужно найти какие-нибудь ящики, которые можно сломать, или сундук хотя бы. Ну, хпшку хочу исполнить. Да и бомбы неплохо бы найти новые. Что-то все кончилось. Так, тут закрыто тем временем. Тут прохода нет, да? Ага, интересно. И куда мне тогда идти? Здесь тоже закрыто. Сюда? Да не, вряд ли. Вот эти, может, ворота? Ну да, похоже, надо было сюда идти. Сидят, что-то тусят. Мушкетер. Да я ж почти схватил его. Надо было, наверное, на ярость добивание сейчас брать. А, ну мне хватило. Нет, 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 нужна мне рапира. Ай, ну ладно. Кстати говоря, у меня есть такое подозрение, то что в игре должны были быть какие-нибудь очень сильные враги, которые ходили бы с двуручными мечами. Типа, у которых Влад мог бы забирать мечи эти двуручные. Но их, к сожалению, нет. Ну, блин, я просто в протяжении всей игры ищу двуручный меч. Нам дали с ней поиграться, ну, 3 раза, и вот в начале этой серии совсем недавно, последний раз, 3-й. Этого очень мало, он очень крутой. Так, нам сюда, да? Блин, это у вас тут совсем дикие на самом деле механизмы. Окей, я что-то открыл. Теперь осталось понять, где и что. Рапира. Меня не интересует. Я отвлекся, пока там была анимация, кстати говоря, пока он все это крутил. Там не показали, что открылось-то, нет? Может, показали, да я проморгал этот момент. Ладно, в принципе, тут немного куда идти надо. Можно, точнее. Пойдем просто назад. Ну, здесь точно ничего не открылось бы. Вот здесь был пароход. Здесь были ворота такие, да? Да, похоже, их открыли. Угу. Сундук вижу наверху. Золото, хилка, бомба, да я еще текущую хилку не потратил. Ау. Костигабис центум эмендабис. Фиат джустиция пириат мундус. Церта финис виты морталибус астат. Ну, выглядишь ты грозно, должен я заметить, да. И у меня, кстати, нету берсерка, что меня не радует. Я посмотрю, сколько тебе наносят читерские приемы. Наносит на тебе очень хорошо, на самом деле. А ты что-то мне вообще не дамажишь. Слушай, да это, походу, будет самый слабый босс за всю игру. Я ему даже бомбу не кидаю, на случай, если у него есть еще одна какая-нибудь фаза. Раз, два, три. Питер Блад. Оу. Какие-то есть сейчас будет, да?
забрали у него оружие. Картинка, кстати, топора. Куда ты пошел? Погоди. А, ты типа решил меня оставить со своими друзьями? Он же там не хилится случайно? Нет, не хилится. Блин, знаешь, у них двоих на самом деле хп, по-моему, будет больше даже, чем у тебя. Нравится этот читерский прием, который не дает им встать. Хватит ярости? Не, не хватит ярости. Из тебя будем ярость убивать, наверное. Блин, он сейчас меня сам из меня кое-что выбит. Да, есть бутылочка ярости. Если все будет плохо, я ее включу. Давай спускайся. А, тебя можно добить. А почему монетки не сыпятся? Мы видели такой мордобой. Мы знаем, чем он должен кончаться. На протяжении всей игры. А, ты опять от меня сбежал. Ну ладно. Хилку бы на самом деле выбить, потому что мало ли что придумает этот босс под конец. О, вот хилка. Слабенькая, но хоть что-то. А, это типа я профейлил какие-то системы, серьезно? А ему, кстати, почти пофиг на мои удары. Да, я, видимо, профейлил какие-то системы, поэтому как раз-таки мне подкинули еще этих ребят. Ну ладно. Интересно, почему-то не упал после этого. Ну ладно. С нами нет проблем, но единственное то, что их долго бить. Готов, красавчик. Давай, спускайся.
Я спавлю прям как могу, на самом деле. Оу, это было жестоко. Но он ему не отрубил голову. Он просто ему всадил в плечо топор. Кстати, два пути есть. Пойдешь налево, богатым станешь, направо голову потеряешь. Не, пошути, я пойду налево. Интересно, это на что то реально влияло, или это просто так открыли два прохода, а они оба идут в одно место? Окей, 10 тысяч. Давай улучшение. ХПшка, блин, да в этом всем нету смысла на самом деле. Ну давайте бомбы, давайте 4 бомбы. Это будет полезно, да. Казни у нас все есть. Удары. Я прокачал до максимума вот этот удар. Да, я по максимуму прокачал. У меня есть еще, кстати, YYX. Я его тоже толком не использовал. Окей, в следующем задании будем использовать. Не могу до конца прокачать. Ну и ладно. Точка сохранения. Такое ощущение, как там пришли какой-то кабак на самом деле. А, ну ладно, знаете что, давайте, наверное, сегодня на этом закончим. Я надеюсь, вам понравилась эта серия, я надеюсь, вам нравится это прохождение. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока!